Тем временем Владимир Путин поблагодарил сотрудников МЧС, которые спасли Ваню Фокина. Как сообщает пресс-служба Кремля, президент поговорил по телефону с подполковником Петром Гриценко и капитаном Андреем Вальманом. Глава государства назвал работу спасателей самоотверженной. Подполковник Петр Гриценко, самый молодой начальник управления в МЧС, занимается первоочередными аварийно-спасательными операциями в центре «Лидер». Участвовал в спасательных и гуманитарных операциях в России и за рубежом, в том числе на воде и в горах. Занимался разминированием местности в Сербии и на Северном Кавказе. Работал на месте аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Доставлял гуманитарную помощь в охваченную войной Ливию. Награжден орденом мужества. Капитан Андрей Вальман, начальник отдела горно-спасательных работ, в управлении которой возглавляет Гриценко. Работает спасателем уже более 10 лет. Подразделение работает на месте схода лавин и селей на горнолыжных трассах, а также в зоне промышленной застройки. Коллеги характеризуют Вальмана как опытного горноспасателя и ответственного руководителя.